Добрый день, уважаемые коллеги. Позвольте от лица технологической платформы «Биотех-2030» и Федерального исследовательского центра «Фундаментальные основы биотехнологии» поздравить вас с началом конференции «Биоазия-2018». К сожалению, в этом году у меня не получилось лично присутствовать, но я рада хотя бы такой заочной возможности вас поприветствовать. Я с большим удовольствием вспоминаю прошедшие аналогичные мероприятия в прошлые года и, ориентируясь на те воспоминания, выражаю уверенность в том, что и в этом году «Биоазия-2018» станет конференцией крайне содержательной, наполненной интересными докладами и конструктивными диалогами. Будучи исполнительным директором технологической платформы, я регулярно получаю на рассмотрение массу региональных проектов в сфере биотехнологий. И хочу сказать, что проекты, приходящие из Алтая, отличаются всегда высоким качеством, интересной идеей, серьезной проработкой. Это проекты в сфере сельскохозяйственных, пищевых, промышленных биотехнологий, кормовые добавки для животных, биоудобрения, продукты глубокой переработки отходов, пищевых производств. Я надеюсь, что этот тренд получит свое продолжение в будущем, и Алтай сохранит свое звание одного из ключевых биорегионов нашей страны. Успешного вам мероприятия! Всего доброго!